В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Удивились, что водитель жива, очевидцы ДТП в поселке Радужный. Там с виду пьяная женщина на огромной скорости протаранила опору ЛЭП и забор. Кадры с места происшествия в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение. Авария произошла в 8:30 вечера у дома 1Б по улице Производственной в Радужном. 52-летняя служащая Валентина Пасынкова за рулем Форда Фиеста не справилась с управлением и вылетела в кювет. Машину остановил лишь бетонный забор. Медики оказали женщине помощь. От нее пахло спиртным, и она отказалась от теста на алкоголь. Далее инспекторы привезли Валентину в ГИБДД, чтобы оформить нарушение и происшествие. А расскажите, как все получилось за ДТП? Не буду. Машину погрузили на эвакуатор и увезли на штрафстоянку. Скорее всего, теперь автомобиль не подлежит восстановлению. Полицейские разыскивают причастного к краже из автомойки на Заводской. 20 мая ночью неизвестный похитил со стойки ноутбуки 2 сотовых телефона общей стоимостью около 25 тысяч рублей, после чего он скрылся. Если вы знаете что-либо об этом мужчине, сообщите в полицию по телефонам 8 922 939 1060 или 02. У нас есть все основания полагать, что вы совершаете противоправное действие. Если вы не откроете дверь, мы выбьем стекло. Еще раз вам говорю, откройте дверь. Операцию «Пробуждение» устроили сотрудники ДПС и активисты ночного патруля на улице Романа Ердякова. После остановки авто водитель «девятки» запер машину изнутри и лег на заднее сиденье, якобы уснул. Далее его будили все, и инспекторы, и командиры, и общественники, и даже супруга. Я ухожу. Взбодрить мужчину удалось только треском отбитого стекла его автомобиля. За неповиновение полиции суд назначил Ивану штраф 500 рублей. Также за отказ от экспертизы мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и полтора года лишения прав.